езда в очень хорошем состоянии. Резина имеет небольшой износ. Седло стоит нештатное. Японец поставил под себя, пониже. Два ключа в наличии. Передняя резина тоже в очень хорошем состоянии. Пыльнички под замену. Вилка не течет. Вся электрика в исправном состоянии. Есть небольшие замечания по пластику. По лакокрасочному, но в целом все очень неплохо.